Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня у нас траблшутинг 4.3.4.4. Это очень простой траблшутинг, и у нас здесь очень мало ошибок. Давайте приступим. Первое, что нужно сделать, это ввести команду show, standby, brief на каждом из устройств. Для этого enable, и вот эта команда. Я себе ее записала для того, чтобы не тратить время на прописывание ее вручную. Мы видим, что у нас не настроен... Print, Uh, приоритет 50, uh, хотя по идее должен быть намного больше, и группа у нас 11. Давайте введем R2. Ну, в R2 это уже команда Enable, и это же самая команда. Мы видим, что здесь приоритет 100 и группа 111, и также не настроен Print. То есть, чтобы R1 работал нормально, у него приоритет должен быть больше, чем у R2. А также группа должна тоже быть намного больше. И я предлагаю сразу же приступить к настройке всего этого. И также IP-адрес у нас, да, у нас IP-адрес правильный. Это настройка R1. Давайте я скопирую. Здесь все команды довольно-таки понятны и простые. Давайте настроим. Conf t paste. То есть с помощью команды Now Standby11 мы отменяем предыдущую настройку. Настраиваем правильную и активируем принт. Готово. У нас 4 балла из 10. Откроем R2. Конф uh, Т. И проделаем следующую настройку на уже R2. Пейст. Готово. Check results. Assistance Items, мы видим, что у нас на устройствах Laptop 1 и PC 0 неправильные IP-адреса. Это довольно-таки частая ошибка при настройке сети, так что нам нужно было вообще проверить ее первой. Но мы решили начать с этого, потому что это тема нашего траблшутинга. IP-адрес 192 168, 10, 10. Это PC 0. Здесь правильно. Маска uh, подсети правильная, и здесь 254, а здесь только 2. Дописываем 54. Готово. И лэптоп 0, лэптоп, IP конфигурация 11, маска uh, по правильная. Здесь правильно, значит ошибка в лэптоп 1. стоп IP конфигурация uh, 12, и здесь 254, и здесь 2. Указываем 54. Закрываем, и мы видим, что у нас 10 баллов из 10. Это значит, что мы сделали наш пакет рейсер полностью правильный. А на этом все. Всем пока.